Виталик вроде комп менял, а загружается так же долго. В три окна, блядь, в три. Что? Ты... Тут же там пиздец на этом офи. Сидишь, качаешься, вроде не трогаешь его. Капсом хуярит какую-то хуйню, спрашиваю, чё, блядь, не туда. Короче, пока я лечу, то расскажу там историю. Типа, типа, короче, нашел. А, вы суманите. И что они, короче, делают? У них там целая гильдия. Ну, их вообще много, очень много. Они один месяц проплачивают Warcraft, качают все репутации, чтобы открыть фракции, понял? А потом ебашат только 20-м левелом. Там БГ куча, блядь, больше, чем у нас, короче, на 120-м. Они херачат звание сын Орды и продают потом аккаунты. И там прям бизнесом, короче, чуваки занимаются, ну, прям очень много. Рыба. Да, как по мне, это не очень. Слева поставил тебе рыбу, кушай. Спасибо. Чекать да начнем. Мне лично в кайф просто поиграть на офи. Я даже не хочу там фармить какие-то рейды, там хуй пойми. Я вообще сейчас думаю пойти на Легион обратно и делать ачивы. Ну, в смысле, сюжетку. Довольно смешно. Фармить рейды, да тебя и не возьмут никуда, не переживай. И хуй с ними, мне как-то не очень сильно хочется. У меня тут есть Войд, который меня в любой рейд возьмет. Это как тёлка да валка во дворе, типа, да? Где уж меня нету, но если захочется. Тёлку да валку еще надо найти. Войд, это так заходишь, Войд, нахуй. Давай, я в рейд иду, все, пошли. А ты там нашел себе хоть гильдию какую? После. Не буду. Он начинает. Бафу дела по друиды. Ралька, похиль меня быстрей. Маги, бахните инту, пожалуйста. Просто я с двух пиздюль почти 10 обморожений взял. Это какая-то хуйня реально. Классно, там крематорий с повороте станцевали так в унисон. А для умных. Разбивать. Через сколько придешь? Короче, у меня клавиатура багнулась. Я не знаю, что делать. А, все нормально. А нет, не нормально. У меня перс идет назад сам. Мужа позови. Enter нажму. Саш, проходи. Все, я на месте стою, не могу сдвинуться. И это спас, кра. Тупо сакра спасла. Чё за херня? Я, блин. Альта 4 пока... Пока не затели. Чё ты за друзья? Украсть не кореш, если не тотем, пускай хилит нахрен.
Блин, мне надо было просто свернуть игру. Вы такие да. вообще. Меня слышно, Алло? Да. Да-да. Бля, походу, я вы. Центральный, стопайте, блядь. Может, раз? Все хилы в метках, все хилы в метках. Беги, малышка, беги. Еще пароли нормально, кстати, поставим. Заебись, как кентох. У меня ревностный уже был, сути. Беги, малышка, беги! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти смертная? Может, не будете хлопать, сука? Зачем так далеко? Отнести метку в сторону и пусть босса домой. Фильтр пал, ебать. Зачем там убежал куда-то в ебеня? Предлагаю не бить Лича, убить Бро и пойти в Руску. Металлик-то нормальный.
Это типа ты линканул, а разбираться нихуя не собираешься, да? Вот таких людей, как Копар, как бы надо, блядь, сука, даже от выборов, сука, ну как они президента вообще выбирают, если они такую хуйню линкуют, да? Бля, я не посмотрел, сука, у тебя... Ты ему народу жить, блядь, понимаешь? Ты тут такие решения, ну я хуй знаю. Интеллект. Крипп. Чувак, варом дать. Простите, пока вас слушать, писать захотелось. Сейчас вернусь. Секунду. Сейчас. Я тут. Нефиг был ставить сбор на 18:00. Славик, а ты что, покушать не можешь, блядь? Хули ты падаешь, рыба стоит, похавай. Да. Да. Поешь рыбы. Там фосфора до хера для мозга полезно. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Норд. Да ну куда он мне? Как она заебала. Три хила. Двенадцать стаков мили. Сказать книг? Я знаю, что ты ноешь. Потому что, блядь, все на хилах. Освобожденка, вы, блядь, дамажите. Я же контролирую себя, я знаю, что я прожму, блядь, кош.
Навари 12. Три хила опять, если мужик. Сейчас-то похуй. Да, он проверял, у кого яйца крепче, блядь. Все, не бейте справа глыбу, не бейте. Там сейчас глыбу стали. А, все нормально. Никто не умер? Когда притяжка? Беги, малышка, беги! Четыре хила освобожденка. Девять стак. Десять. Что там происходит? Нет, ничего хорошего. Я, блядь, убежал от самой крайней правой метки, думаю, сейчас спрячу, заебись будет. Хуяк прибегает, добивает, умираю. Заебись. В смысле, рога, я стопал ДПС по метке. Я не бил вообще, за которую спрятался. Есть пати. Подводит Олег. Да. Нет. Да, не помрете. Тысячу сразу накидываю. Что, Шоли? Тысячу сразу накидываю. Когда? Как?
Я по сотой иду, 3 минуты. Ну, в смысле, покурю быстро. 3 минуты? А, срез по-любому падал, там инфа сотня. Ты сейчас за этот трек говоришь? Да. Дай его нам шаманопати. Кто там, кому шмотки не надо, с Андреем Свеча просто тот одинокнитесь, себя вместо вас зайду, похилю там, может. И поэтому получите себя. Давай вместо меня заходи, Олег. Кто ты? Ну я хантом сейчас, но тут два ханта все равно. Планино. Давай какой-нибудь. РДД, заходи кастером, потому что метки постоянно с обожженками хила. Да, это не важно. Это пиздец как важно, у нас тут твары не стопают, рога не стопает. С бом кикать. Дайте только пати. Ты еще ГП не забудь дать тем людям, которые заморозились. Давай с честной игры. Кто у тебя на первой фазе, пока ты заморозился? Точнее, на последней. Не отбегал. Да, я тут не пойду, пожалуйста. Я хочу быстро все закончить, пойти в РС. Ульду там, не знаю. Сейчас скажу, подожди. Кто устал и хочет пойти? Вон бар или иди. Если бар или хил. А, ну понятно, чему падаем. Барвели, Джулиан, Джека, схилы какие-то средненькие, да? Ладно. Если Барвели и весь инф первый, блядь, что значит конченые средненькие там? Все, да, нам конец. Ну ты вообще там ниже среднего. Исконченные просто медики, которые ебашат по меткам, у которых меньше 100 хп. До того, как закончилась взлетная фаза. Все, погнали. Да. Побарали, получили ПС. Кто такой Жекас, кстати? Это какой-то новенький чел? Не-не-не, это МД. Смарт-кью. Давай, поиграем. Имена не буду говорить. Тогда это Барвели, стакало выражение. Ладно, погнали, так. Подождите, я кулаки сейчас... Фулл рыба. Ну, открой просто полученный урон, последний край, все. Так, я сейчас открываю полученный урон. Так. Ты что открываешь? Полученный урон. Макгрегор 473 тысячи. Лин 437. Алгалон. Интересно. Ладно. Давайте соберемся с хорошими мыслями. Представим, что сейчас мы просто пришли на Синдру. Первый трай. Сейчас я посмотрю, как вы бьете глыбы и охуею. Может, ты видюшку посмотришь? Давай, это, лутера дай. Все дело в цинке. Вы мало кушаете цинк и фосфорную рыбу. То есть, значит, 4 хила, да? Анрикс, Кралька, Джулиан, Жекас. Крест раздай. Давай, крест, раздавай, Жекас. Вот, блин, я ходил с КДР, кажется, там было 4 хила, я хилил, кстати. И никто не стакал обмороженную, обморожение вот это и магии. Мы просто убили с первого трая. Представляете, с коду ступрай. А потом на лечевой полезли. А вы тут не можете 5 хилов убить из мелики, которые стакают обморожение. Просто тут Джерин с никчемом соревнуется, наверное. У кого? Еще меньше, что ли?
У Джерина только тикнес гильдия, ничего могу ГП дать, так у Джерина все равно шмотки фуловые. Ладно, ну давай запускай. Твои рихи на морозе мне. Это круто. Давай посмотрим, как тут хилится. Чашку можете оставить, этот чешку. Вот сейчас притяжка будет. Бэры на КД. Побежали. Далеко бежим, Синдра рядом. Ну шика. Получает вам доты в Синдру. Он сейчас взлетит. Метки вперед. Не метка, плохо. Давайте метки до 300 тысяч без дот. Прячется с меткой. Блин, не вижу, ты метки бьет, вам повезло. На моей метке уже 300к, это плохо. На центральной, не бейте центральную. Натуры какие-то охуевшие. 130к, только вторая бомба пошла. Две печати от паладина вижу. Жесть. Кровотечение отвара вижу. Да не тут, не только отвара тут зависит. Тут все доты что-то смотрят. Давайте центральную сливайте. Нет, Жирин не смогу тикнуть скиди, я ему 22к должен сегодня. Ничего не вернет их. Мать, притяжка. Далеко, бежим далеко. Жирина 9 стаков. Он не прожал эту хилку свою, так как он знает, они не используют свой класс на 100%. Да, у тебя нет выступления. Да-да. Так. Крематорий, наверное, новый мод, да? Нет, нет, это на Крее. Офигел от наших рейдов, они там на Крее. Давайте дальше смотрим. Метки вперед. Протопал, словишь босса. Я понимаю. Да, да, да. Прячемся за метками. Не бейте метки. Все, пока не бьем. Бьем крайне слева. Там фул хп. РДД крайне слева. Слева. Под страну не бейте, стука. Сука. Че, куда бежит? Спрятай. Справа падает, о, справа скипер, падает. Капар. Крайне слева подбейте. Вот крайне слева, там где стука. Все, не бейте. Сливаем метку. Фейл, подымай альтею. На Альтея встаешь сразу и гимноману. Давай я гимноману. Поставил тотем. Давайте рост. Рост. Давай метку под босса. Мелики в РДД зону. Мелики в РДД зону. Матуре долбоеб какой-то. Других слов нет. Стоит, бьет босс айсфриз. Да. Где вы такие рождаетесь, сука? Давай, экстрим. Нажми щит маны. Милики отошли. Агро на боссе почему-то. Спрятались за метку. Не бить метку, отошли далеко. Давай, сакру. На Моровинда можешь капельку кинуть. Все хилы освобождены маги, плохо. Метку под босса несем. Джерин под босса.
Альтея, гимна ману, о, гимна хп. 6 стаков выношу. Камень, потом ты гимна хп. Вот, под боссом, срезку, прожми, милики, отошли. Опять все хилы, освобожденная магия. Сливаем метку. Классно стоите. Войт почти не понял. О, да, это еще его так, проблема, но надо еще дальше отойти. Джерин под боссом, милики, отошли. Ты видел, где он стоял? Да мне похуй, где он стоял, надо было отбегать. Я отбежал. Я не морозился, я просто говорю, что он конченый. Джерин под босса, это информация в этом трае. Каплок под босса. Так. Сержик, подымай Жекаса. Джулиан, гимна отхил. Милики отошли. Все отходим далеко. Джекас, вставай. Войд под босса. Войда хилим, прожмись. Спрятались за глыбу. Бля, почему ты так в натуре как-то хуёво ставишь да метку? Да потому что он дурачок и учит всех так. Если же ставить под босса, можно в рейд отлететь. Что да там пиздец, под босса, нормально там стоит. Николас. Далеко отходим от них. Вот ты видишь, как надо ставить войд, блять. Ну, в рейд откинем, потом 20 человек заморозится. Чё там нет? Нихуя метки, закройте рты, короче. Ты хуево просто ставил метку. Под босса. Прожми незыблемость. Антимагию. Ну, туре потный рейд. Потому что вы какую-то хуйню творите. ВФ опять метка под босса. 4 хила освобожденная магия. Давай сакру. По одному стаку набираем и хилим. Никто ничего не... Хорошо, что у меня есть чешка. Сакра есть. Я стак выношу. Джулиан под босса, зубы на себя. Захилить любой ценой. Сливайте метку. Чё тут скажешь? Неудача, на всех хилах освобожденка. Следующий под босса, Жека с под босса, прожми срезку. Челям остался. Не похуй, под босса. Сливайте метку. В натуре, блядь, какие-то вы неадекваты. Ну вот всех так учит ставить метку, это очень близко. Ну это да, даже если такой дурачок, как Войд, там, не знаю, ставит метку посередине, все равно надо, да, отбежать же. Не стоять рядом и втыкать. Нет, так я никто не заморозился, это все равно близко, так не надо ставить. Давайте, осколок ролим. Ребята, а вот если я сейчас пойду, квест еще смогу взять? Нет. Нет. Я тоже не смогу взять, кинули на квест коготь. Да, нервный рейд какой-то. Завоеватель. Кто выше? Фьера, Фьера, наверное. Все, пошли дальше. Демаранайз, трусы станешь. Машека, кружок, ромбик, фейл. Джулиан, подиспелишь чуму. А, не, подожди, Жекас, кто у тебя еще есть? А, ладно, короче, лизни тотем в Лема тогда. Классно согреливали, спасибо. Че, сколько? По-моему, у меня больше было этого ЕПГП на токен. Джерин сагрил вальку, бежит почему-то ко мне. Интересно, зачем? Ну, я сагрил вальку, во-вторых, она забагала текст. Зачем? Во-вторых, это охуенный паладин Фьера. А, это девушка, простите, я тебя... Прости, прости, бля. Сори, можешь делать что хочешь. Прошу прощения, что я текстила, я не заметила. Да, не кинь ЧС этого Джерин, он неадекват какой-то. Это у меня там побольше ЕПГП на токен. Фьера, дай, пожалуйста, Демаранайзеру. Да ладно тебе.
Ладно. Ну, в натуре, такое ощущение, что у вас реакция слабенькая, еще нету ДБМа, вообще нету ДБМа, и не смотрите за дебафами. Поэтому происходит такая фигня. Поэтому Алёша морозит рейд? Да, ну и не видит метки тоже. Окей. Да это неправильно, короче, если весь рейд будет бегать от одного Алёши, который не может метки выносить. Согласен, это бред полный. Босс умирает от того, что у него заканчивается ХП, блядь. А ХП у него заканчивается, потому что дамажит, блядь. А если мы будем бегать от одного Алёши, то дамаги не будет. Ну не бегай нахуй, хули, встань и стой нахуй. Да я стоял, мне похуй. Вот и стой. Это обидно было, Славик. Зачем ты так? Я тебя не обижал. Ну не споришь, что Войд, ну, конченый вынес метку, но это ж не означает, что надо каждый раз втыкать и тоже замораживаться с ним. Понятное дело, что он заслакал. Нет, проблема в том, что заморозили. Олег, я отойду в туалет на 2 минуты. Извините меня за флут, но он так метку вынес, сука, уже четвертый раз, да? Заморозили один, значит, он 4 раза слаки. А он 4 раза так вынес, и все нормально? Давайте ему дадим нахуй ГП. Давай, хули. Я не РЛ рейда, я не могу давать не ГП. Похуй. Я могу предлагать так. Закрой рот. Кто ты такой, чтоб мне рот закрывать? Да мне похуй, кто ты такой. Ой, да слишком расстроен. Ладно, давайте отменим ГП, все. Накину просто ГП за вещи. Тут не было таких негативных настроев. Просто слушайте, что я говорю, и не делайте на зло ничего. Мы спокойно убьем. Так. Сейчас я накину ГП за токен. Что ты мне снял за токен, да? С 15? Потому что ты хороший танк кидал каплю, поэтому решил не накидывать ГП. Ну ладно, раз ты напомнил. Давайте попробуем убить на удачу. Сейчас я пати пораставляю. А кто у нас танчит? Моревин, да? Ты раньше танчил или че? Отлично. Прожимайся на жнеце. Ты Вуди, кидай капельку на него. Как вчера я кидал каплю на жнеце. Тогда он точно не упадет. Сейчас, секунду. Так, Джулиан, ты подиспелишь, окей? Олег, не запускай релокаж. Все, вся надежда на Жекаса, на Кральку, на Джулиана, так как я херово хилю рейд. Поддерживайте ХП танку. Да, буду. Тебе ромбик. Давай, ты чек на пол. Дайте янту, лапу. Ну давай, янту, лапу. Камец, машека, демаронайзер. Ну. Чека. О. Щелочка зашел. Ты жив. Блин, уже вышел. Я запускаю. Давайте пойдем. С первого трая убьем бича. Потом пойдем в ВРСки с первого трая убьем. Вот Дуар. 25 с первого трая. А потом уже ВК. Давай ВК. Потом можно умирать. Можем делать ставки онлайн во время рейда. Кто улетит на ловушке? Моя ставка Джерриум. Все милики улетят, потому что стая включена до сих пор. Ролана. Ролана, ты тут? Дух стай.
А, у нас два ханта, блин. Я думал один. Тогда Леголасу трусы достанутся. Дух стаи замедляет вас при получении урона ханты. Как же вы такое не знали? Ай-яй-яй. Джерка, не забывай чиститься, обновлять эту цепуху спавну, как просто на глаз. Смотрим ловушку. Милики, ловушка, перебежали в звездочку. Чума, 3 секунды. Вот он, чуму. Так, резни тотем. Выноси, его надо диспелить. Так, Ролана, для тебя вот ромб. Милики, ловушка, на БДК ловушка, КРД двигаемся в звездочку, быстрее. Шли, давайте сюда. Так, смотрим, ловушка дальше будет. РДД перебежали, после ловушки чума, стали в звездочку. Вооружение хили. Джулиан, выноси сам себя. После чумы ловушку смотрим, и шаркающий второй уходит. Так, милики, ловушка, Жекас, почему ты в мини-зоне делаешь? Ты неадекват. Стали в звезду. Выступление с шаркающим снимай. Второй шаркающий, Леголас на тебе, трусы. РДД перебежали в звезду. Давайте, и заражение хилим, чё так мало. Крематорий, метка, диспел. Стали в звездочку. Милики, ловушка, каплю надо или нет? Надо? Рано. Давай, Войд, каплю на деморонайзера для профилактики. Шаркающее иступление снять. Шаркающее еще раз иступление снять. Милики, ловушка, все на край, переходка 70%, хера выноси чуму. Давай, молодец. Встань, шаркаря. Давайте, все на край, сейчас будет переходка. Маны нету, все иннеры звезде залить. Альтея, давай гимноману. Давай гимноману. Рассосались, присты, ханты на шарах. Больше, ман, больше. Так, напоминаю, кружок станет... Робот, кот, трусы протопал. Но если кто-то улетает, я по команде говорю, не пал, и вы станете тоже. Есть еще иннеры? Блин, забыл поставить ТП. Ой, прикольно. Блин, чего вы не улетели? Эх. Ну, я побил сейчас. Видите, не слушайте вы меня, ребята. Два ШП, два ханта, не бьете шары. Ай-яй-яй. Так, и вайпнуться недалеко. Жирен рвет агро, наверное, да? Ну, у нас есть ДЦ, который спасет нас. Давайте шарик. Так, давайте звездочку становимся. Не забываем тотемаков, лужи, хуюжи, это все такое. Смотрим. Так, первый, второй, третий. Играйте валик через ромб. Замедлил ромб. Осквернение, скоро смотрим, осквернение, вышли, деморонайзер, входи, молодец, ромб добить, почему ромб не бьете, рост, веди в центр, ой, трусы там далеко были, а, трусы это лог был, да, давайте становимся звездочку, паладин какой-нибудь поставь, шедуй резист, под осквернение прожмешь мастер аур, вуди дашь сакру, а мы отбежим влево-право, все паладины гнев небес прожмете. Так, первая валька, ну все, побежали, ушли, осквернение феря, давай выноси, молодец, не прыгать, быстрее отбегаем, давайте кружок, играем трусы, замедлил кружок, фера, стань кружок, вой трусы, давай быстрее, быстрее. Да я застанил кружок, это нормально.
Руслан, давай. Попрощаемся с трусами. Это был топ-хил. Ладно, это не был топ-хил. Вышли все с центра, будет искренение, потом вальки. Залили иннер звездочки, заражение, хилинг. Оскорнение, одна секунда. Смещаемся туда, где мы были на первых вальках. Давайте. Оббегаем быстрее, верим, надеемся вас. Станем все так же. Давайте в звездочку становимся. Быстрее, 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 верим, надеемся. Давайте. Играйте валик. Воет в какой? Ромб, играем. Давайте, ромб, кружок. Осквернение 2 секунды на рейндж. Смотрим, вышли на рейндж все. Трусы добить. Давайте, трусы, помолимся. 300 тысяч, давайте, я замедлил даже. Так, мы выжили. Минус 2, ничего страшного. Давай, опять под босса. Иннеры есть. Альтея нет. Давайте, стали в звездочку. Отлично, спасибо за иннеры. Сливаем все вальки, сливаем их слева-справа. Я кружок. Два хила схватила, давай сакру. Играйте вальки, все вальки надо слить, искренение Джерион. Я кружок. Кружок, давай, кружок играйте. Трусы, трусы застанет Фьера. Все в трусы. Вышли. Отлично. Так, идем на другую сторону, становимся так, как на вторых вальках. Ох, сейчас осквернение ДБМ походу будет, и вальки, не знаю, посмотрим. Подальше отходите. А, сейчас вальки будут, смотрим. Потом осквернение сразу. Все, выбегаем, выбегаем, камень с осквернением. Давайте в кружок играем. Кружок, ромб. Трусы это лок, что? Ну, давайте, кружок, ромб. Нет, трусы. Трусы, трусы играйте, в трусы теперь. Вот, стань трусы, все в трусы играем. Камень, ты в какой, в ромбике? Нет, в ромбике играем тоже. А, все. Давайте в ромб, играйте все в ромб, фулл стан в ромб, фулл стан в ромб. Все с центра уходим, с центра все уходим, Джерин вылетел, осквернение, от осквернения отошли, давай вторую сакру. 40 на край. Давайте все на край. Идем к звезде. Задача сгруппироваться возле звездочки. Побежали. Так, Джулиан, давай гимноману. Каплок, прожми бабл. Рейндж все держим. Маги, совы, помогаем шарики бить. Шару бить. Бить шар. Сейчас дышать. Каплок, давай. СС на Моровинда. Почему шары не бьете? Неадекватно, что ли? Ханты, съебитесь нахуй из-под духа, лица духа. Как вам вообще надо говорить? Матами, что ли? Ёбана в рот. Вот так надо говорить? Наверное, надо так. Только так вы понимаете, да? Ну, давайте кружок добиваем. Чуть-чуть дальше. Хорош. Давайте сферки подбиваем. Две сферы с фулл хп. Кара у-у-л-л-л. Так, сейчас помогу. Молимся на огру Джериона. Отходите от духов, а то он сорвет огру, мы умрем. Играйте в последнего, первого духа играйте, с меньшим хп, сферку. Видите? Хоп, но у меня есть природная стремительность, поэтому я захилил срыв агро. Видели, да? По скиллу. Есть еще БРы? Да. Вроде три. Давайте звездочку, даю чешку, побежали. Вся надежда на Войда, что он кинет флешку и щиток на мага экстрима. Фэл, ну подымешь в ФЭ тогда. Каплок СС есть на БДК? Да, кинул. Молодец. Пошли дальше. Вообще идем за звездой, тут скучно. Стоим здесь, впереди бомба. Подхилимся немножко, подождем, пока взорвется. Побежали дальше. Сейчас мы выйдем с этой комнаты и все тупо играйте в духа, чтобы сорвать агро и вайпнуть нам рейд. Давайте, погнали. Осквернение в центре. Играйте все в кружок, тупо рви агро Джерри. Давай, рви. Срываю к ебеням. Отводи лича к трону.
забафайте ДК, Аква, Каску, Крест, Лапа, Интеллект, Крестобаф и отходим к трону. Идем к трону. Духи спускаются, отошли плечо, скринение 5 секунд. 1, 2, 3, вышли. Бабах, Альдея, на тебе. Прожми тучку. Сейчас дух... От духов умрешь, видишь? Ой, молодец, хорошо. Не прожалась. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая же невнимательная. Надо ж выносить осквернение. Ну, точнее, с осквернения выбегать к рейду, а не к тучкам. Ой, к тучкам говорю. К духам. Потеря ДПС. Так, Сержик, подымешь Альтею. Давайте в звездочку пошли. Побежали далеко. Вот так. С помощью тотема мой каст становится на 1/10 быстрее. Стоим. Ты говоришь? Что бы ты ни говорил, это миф, навязанный обществом. Циркла. Есть сакра? Проверим кое-что. Давай сакру. Посмотрим, кто умрет. Ставка экстрима. Не умер. Лизни тотем, задел бомбу. Ай-яй-яй. Почти умер. Так, искренение возле вас. Надо отбежать, наверное. Давайте к порталу. Порталу. Сержик, давай, поднимай ИТ. Она лежит справа. На 65 градусов. Повернись справа, рейсни. Маме что-то надо. Мане, ну давай. Альтея, как раз спой гимноману, у тебя уже откатился с первой фазы, я точно знаю это. Альтея, вставай, сразу гимноману пой. И отходим к трону. Уходим к трону. Жека, снилови духа, а то ты умрешь. А если ты умрешь, нам надо будет сложнее хилить. Минус зона осквернения. Надо отойти. Попрыгать лучше, чтобы она была больше. Каплок 45% хп. Успели гим, да? Ты не промониторил. Молодец. Давайте, сейчас еще одна комната, наверное, предпоследняя. С нашей удачей это может быть вторая комната. Давайте звездочку. Оп, с природной стремительностью спасает Джекаса с 15% хп до 80%. Полезный скилл, правда? Нужно было бегать и захиливать. Так. Кто еще есть гимноману? Ни у кого. Ладно. Так, вышли, посмотрели, где духи. А, духи возле трона. Значит, нам надо куда? К порталу. Я так и сделаю. Стану возле портала и подожду, пока протопал хлопнет духов. Такая легкая тактика. Класс. Давайте посмотрим, что там по ДПС у нас. Сонный урон. Ничем почему-то первый. Джерен третий. Странно. Неужели Джерен сдал позиции? Скринение 2 секунды. Не залейте, пожалуйста, в центре весь рейд. Альте. О, давай, дубль 2. Смотри, куда надо отбежать теперь? Ты отбегаешь все равно к духам. Понятно. Надо было брать это. Давайте, есть шанс без комнаты. Еще лям остался. Давайте, верим, надеемся. Ну, убили, да? Все. Так, первая правда, да. Доп ЕП, да, действительно. Так, что там этому? Накиньте Десеру фулл ЕП. На какого персона получал ЕП? Не на Чарма там накиньте.
Отлично их обучил Фордринг. Ты достаточно далеко отбежал от рейда, чтобы потом вернуться назад прямиком. То есть он уже так не вырастет очень сильно, чтобы она дошла до рейда. Но это надо просто смотреть и вычислять на глаз. Если бы ты была с осквернением под лича, тогда другое дело. Ладно, накинем что-то себе. 700. Кинешь мне на чарма, окей? Не знаю. Найти его надо здесь. Накинь на джиндоу еще 2500 тоже. Давайте, видишь, настроение поднялось, не так ли? Или нет? Дай мне силу. Давайте, наша задача 2 РС спокойных, без матов, оскорблений и негативной атмосфере убить. Это если только ты будешь рылить. Нет, на самом ну, деле здесь все стечение обстоятельств, немного удачи, ну и немного РЛ. Вот так. Вчера, например, если б мне сказал 4 хила сразу пойдемте, то, наверное, не было таких вайпов. Вчера я еще не помню, как мы Геру шли. Ничего, полтора часа или час вайп. Это... Помню, напротив что-то вайпали, если пиздец. И все, потому что хила была. Я там гифку скинул, как ты закупаешься. Ты много вайпал вчера? Так. Ух ты, так я вон по хилу второй даже. Я вообще первый раз хилю в целках улипал. Нет, Олег против нормальных хилю. Дай я лутера, чтобы я быстро все разрулил и пошли в РС. А он андролит. Войт не брал в рейд тех, кто впервые подожди, его. Подожди, а кому я предыдущий осколок отдал? ВВ. Ну а он первый на осколке, нет? Хороший лут. Точно первый? Пиздец. Конера, они там сразу. Блин, ты поэтому не взял этого чувака вара, который был первее тебя на осколке, да? Не было вара никакого. Оплюсовали тебе два человека, которых ты сказал, не, не возьму, раз первое на осколке. Не, вар там не был на осколке. Ну, я посмотрел был сейчас... Был какой-то вар. Он первый, странно будет. Поступил плохо. Нехорошо. Да там 4 вара. Не взял. Ты здесь Глору за 100 гп на. Ёбаный вар. Там здесь 3 вара, смотри. Понял, капрусы, какие цены Глору забирают? Не то, что мы с тобой за штукарь, да? Да. Нет, он на БДК ролит, поэтому ему 937 гп. То есть надо докинуть ему, сейчас я докину. Математика. Я помню, даже шип на мага забирал за 1100, вот это было пиздец. Он писал, что? Я помню, трени даже были за 1100. Сам не написал в ПМ. Я помню времена, когда шмотки с нормы за ГП отдавали. А, я не ты чё подкинул? Давай коня! Так не я вещи разруливаю. Скачу за блядь. Да сука, Ролана, бля. Чё ты её обзываешь? Не-не-не, это не ее, это просто... Там Ваня Варенька, пускай заходит на кого там. Он же первый на плаще, наверное, пристом. На другой группы. На
Не, нихуя, я магом первый уже обогнал его. Призахуй, наверное. Ты закачался или нет? Прием, как слышно. Давай, давай, что ты уже это. Ты докачался или нет? Я докачался 6 часов, 20 взял. Да, начисляй. Кто перезайдет, потом докинут. Хорошо. Пошли по ключам. Где, не знаю, я расстроен. Какие ключи? Тут РПГ, бля. Меня вчера кинули вообще с ями, конченые. Я ждал вас 3 дня, бля, когда вы соберетесь с ЦЛК, а вы, бля, пошли без меня.